сколько вы в год, в год мы делаем порядка 1000 операций. Это только на сердце. А если посмотреть все операции, где-то 1200-1300. Цифры большие, говорят о профессионализме врачей. Основные задачи, которые стоят перед специалистами городского сосудистого центра БСМП, сделать медицинскую помощь доступной, развить применение нового и высокотехнологичного оборудования. В этих стенах начали принимать пациентов 1 октября 2020 года. И несмотря на ковидные сложности, центр успешно функционировал и делает это по сей день. Мы находимся в операционной кардиоцентре. Это как бы центральное место, где вот прекрасный аппарат ангиограф, на котором мы выполняем все высокотехнологичные операции. Позволяет через минимальные доступы, это либо пункция на руке, либо на бедре через укол, выполнить операцию на сердце или на сосудах головного мозга. Если раньше хирургические вмешательства сопровождались большими разрезами, а период восстановления был долгим, то сейчас благодаря высокотехнологичному оборудованию и опыту врачей швов почти нет, а послеоперационный восстановительный процесс быстрый, максимум 4-5 дней. То есть уж у пациента уходят боли, самое главное, он успевает достаточно быстро приступить к работе, то есть реабилитация сокращается, то в принципе он через 10-12 дней может приступать к работе. Самая быстрая операция по спасению жизни человека в этих стенах длилась всего 6 минут. Результат положительный. В клинико-диагностическом центре здоровья тоже могут похвастаться хорошими результатами. За 10 лет работы тут выполнили 54 миллиона исследований. Лаборатория медучреждения оснащена современным диагностическим оборудованием и обслуживает 28 медорганизаций. В год мы делаем примерно 2000 биопсий предстательной железы. Процент выявления рака составляет 43,6%. То есть это фактически у каждого второго пациента, который был взят на биопсию, было выявлено злокачественное новообразование. Мы работаем полностью по всем современным стандартам. Возможность получать медпомощь по современным стандартам должна быть у каждого жителя Ростовской области, отмечает глава региона. Все муниципалитеты должны иметь возможность эту услугу получать, потому что должно касаться всех жителей Ростовской области, к чему мы, собственно говоря, и стремимся, и стремились в последние годы, закупая высокотехнологичное оборудование за счет средств областного бюджета, за счет поддержки федерального бюджета. Мы сегодня внимательно работаем над состоянием бюджета региона и медицину первичную, высокотехнологичную, считаем и оставляем абсолютным приоритетом. Сохранять качество и уровень высокотехнологичной медицины важно и нужно, добавил Василий Голубев. По его словам, правительство РФ по поручению президента также занимается тем, чтобы поддержать регионы в развитии и сохранении высокого качества медицины. Елена Сарксян, Александр Кучис, Дон-24, Ростов-на-Дону.